Для народного коллектива «Этюд» этот год особенный. Ровно 40 лет назад художники города Одинцова решили объединиться и начать свой творческий путь. Тогда, в далеком 77-м году, никто не мог предположить, что коллектив приобретет такую всенародную известность. В 1997 году нам было присвоено звание «Народный» коллективу нашего художников «Этюд», в связи с тем, что мы принимаем всех, и независимо, человек взял ручку, взял карандаш, взял кисточку и уже изображать стал, и он видит, что природу через художественное произведение, то всегда пожалуйста в наш коллектив. В рядах «Этюда» насчитывается около 100 живописцев. Среди них лауреаты международных выставок, члены Союза художников России, участники всевозможных экспозиций, биеннале и творческих конкурсов. Каждый художник пишет картины в своем неповторимом стиле, используя уникальную технику. В этом можно убедиться, посетив юбилейную выставку. Я на эту выставку представила одну из своих работ. Работа называется «Подсолнухи». Работа – это маленькая нотка от того лета, которое было вроде как и холодное, и немножко теплое. Больше, конечно, в этой работе у меня было ударение сделано на, наверное, повторение техники Андреяки. Очень люблю его направление. Я пишу картины по настроению. Вот мне кажется, что я выражаю свое настроение, то, что мне хотелось бы запечатлеть, от того, что я увидела, то, что пережила. Очень люблю море, морские пейзажи. Коллектив регулярно пополняется новыми талантливыми кадрами. Молодые живописцы прислушиваются к мнению более опытных коллег. Когда вы наработаете тысячу работ, вот у вас, наверное, пока еще нет тысячи. Тысячи еще нет? Вот. И потом из этой тысячи вы выберете 5, которые вас прославят. Ну, тут что надо делать? Работать, работать и работать. Да. К юбилею творческого коллектива художники представили свои работы не только в историко-краеведческом музее. Более 30 картин можно будет посмотреть еще и в Одинцовском доме культуры «Солнечный». Обе выставки продлятся до конца ноября. Вход свободный. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».